Два, я обхожу, а то слишком уж внимание привлекаю. Удачи вам! Единственный путь к станции.
месте. Стрелять только наверняка, иначе со спутником можно попрощаться. Не стреляйте как попало. Всем ясно. Готово. Увидим его в любую минуту. К счастью, эта дрянь не так наполовину сломана. Закончить дело пустяк. Да, у лягушатника всегда все через жопу. Так. Теперь нужно вытащить оттуда сервер с данными. Так, спутник сошел с орбиты и летит на всех парах. Можем не успеть. Поднять Флина. Угу. Призрак, это Редфорд. Спутник падает. Заберешь нас? Браво-2, это призрак. Никак нет. Сильный ветер с гор. Не могу рисковать. Так что подхвачу вас как смогу, парни. Конец связи. Ну, блин. Если бы у конченого хиппи были яйца, мы бы давно бухали на обломках спутника. Так, у нас есть координаты точки падения. Двигаемся. Сможем позаимствовать транспорт. Ох, не к добру это.
сделал! Как там, Федя? Вниз! Мне кажется, я что-то слышал! Кто-нибудь, живо за пулемет! Можем вон тот джип захватить. Когда упадет спутник? Светот! По расчетам 4 минуты. Плюс-минус. Не знаю, насколько точно. Так что вперед! Вперед! Один, да! Я двигал его! Да! Понял!
Я круче ничего в жизни не видел. Ладно, погнали уже к спутнику. Давай живее к месту падения. Вперед! Черный ящик. Сервер? Вообще-то я не человек-факер. Как я дотронусь, если эта хрень раскалена? Там защита от радиации, так что... Противник слева! Держать их! Противник на правом фланге! Сюда! Что-то мне лучше присесть. Думаю, все чисто. Только гроза надвигается. Давайте заканчивать. Погода портится. Так, вы двое, займитесь ящиком. А мы постараемся найти транспорт. Надо бы сержанта вызвать!
а я скоро вернусь. По мне не стреляй! Марлоу, на связи провод 2, главный, прием. Что там у тебя? Мы ищем Хаггарда. Флинн не отвечает. Слушай, запоминай внимательно, срочно найди укрытие. Русские гору прочесывают, нас ищут. Некоторые окапываются. Погрейся наскоро и хватит. Иначе долго не протянешь. Держись.
ублюдок подевался?
вам, Браво-2, это призрак. Слушай, я забрал весь отряд, и тебя тоже вытащим. Только не очень понятно, как нам... Блин, вы будете мочить их или где? Короче, скоро увидимся. РПГ повсюду! Давайте на крышу! Сниму вас оттуда! Шевелитесь! Не знаю, сколько у нас еще времени! Скалярное оружие. Красотища, а? Это шутка, что ли? Ты не слышал об операции «Аврора»? Слышал, конечно, но даже если можно было бы создать скалярное поле... Сначала в тропосфере возникнет эффект Каррингтона. Стоп. Для всех излагай. Скалярное оружие создает мощнейшие электромагнитные импульсы. И что? Если пальнуть где надо, можно накрыть всю энергетику США, и тогда мы погрузимся в кромешную тьму анархии. Русские тут же явятся на готовенькое, и сказочке конец. Значит, надо найти того парня. Аркадия Кириленко. Черт. А ты не его валить должен был? Он как-то связан с проектом? Кириленко и есть сам проект. Надо выдвигаться, пока не поздно. У Брэдвуда бы разрешение спросить. Нет. Он вместо нас пошлет этих гондонов из спецназа с датчиками сердцебиения на стволах. Сержант? Черт, мне 44 года. А еще за вами сосками говяжьими присматривать. И карьера в полной жопе. Я ведь думал, это мое последнее задание. Нет, так больше не пойдет, не могу. А типа родину спасать? И что дальше? И все. Ладно, ты с нами. Кириленко жив из-за меня. Суиц. Дайте подумать. Да. Хаггард. Все. И пахать не особо хочется. Но и отступать не тянет. Я с вами. Значит так. Придется вам продвигаться вглубь нашей танковой колонны, чтобы попасть к Кириленко. Только так. И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети, Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков долиней. Делайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Родьяк-3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону.